В ночь на четверг избили нашего коллегу, журналиста телеканала «Родонежья». С травмами средней тяжести он находится в районной больнице. Заявление отправлено в полицию, сотрудники МВД ищут преступников. Драка произошла в среду, 13 декабря в 11 часов вечера у гостиницы на улице Сергиевской, дом 6, между смотровой площадкой и проспектом Красной Армии. По словам очевидца, нападавшие были пьяны и целенаправленно лезли в драку. После они ушли в сторону смотровой площадки. Оба славянской внешности, один среднего роста, светлые волосы, был одет в темную спортивную куртку, спортивные штаны. Второй ниже среднего роста, темные волосы, темная спортивная куртка, штаны цвета хаки. Чтобы их найти, требуется помощь очевидцев. Пока есть только запись камер наблюдения гостиницы. Если у вас есть информация о том, кем могут быть эти люди, или какая-то информация о происшествии, просьба обращаться в редакцию по телефону 542-5502 или писать на электронную почту. Анонимность гарантируем.